приложении Christmas HD появляется симпатичная елочка с определенным антуражем вокруг. Что-то можно приближать, что-то можно удалять от обзора. Носочки висят с подарками, камин. Все достаточно симпатично. Некоторые вещи реагируют на прикосновение рукой. Но я уверен, что программа имеет и более обширные настройки. Активируем живые обои, выбираем данное приложение. Шар имеется в описании. Не в описании, а как иконка приложения. Сейчас показываются возможности в демонстрационном режиме. Настройки. What's new, что новое. То есть на все, на предновогоднюю, рождественскую тематику. Так. Настройки еще раз посмотрим. Ну, в общем, понятно, с этим приложением можно поменять что-то, можно Blue Light поставим, так, вот этот поставим, не знаю, что я здесь ставлю, потому что разбираться и изучать данное приложение слишком подробно смысла не имеет. Появляются синие огоньки. Ну, такое приложение, скачайте его, кому оно понравится, может там что-то и будет получше у вас выглядеть.